получается. Ой, с откуда начинай? А? Хоть откуда начинай? Ну, казалось, какое придумали упражнение нам сложное. Прямо сложное. Угу. Давайте пройдем до фа малой октавы, Александр Валерьевич, от до первой. Только вниз. Работай. Работай. Ты уже пела? Вот попробуй. Угу, поем. Но... Поем. Спела? Я просто на тон. Спела? Молодец! Спела, поднимите на тон. На тон. Хорошо, теперь возьми микрофончик. Настоечки не снимай. Смотри, вот когда в песне у нас очень низкие нотки, мне не совсем понравилось, я послушала на записи. Ты себя послушала? Где? В стандарте джазовом. Не это слушала еще? Давно? Да вот я выложила вот сегодня это... ночью. Ну я слушала, блин. Там, когда ты поешь на октаву вверх, и потом ты, когда спускаешься на октаву вниз, начинаешь субито. Субито у тебя. Первой ноты нет. Вот я сейчас хочу послушать, вот сейчас ты этот момент попадешь в микрофон, я послушаю. А сейчас пока еще разочек. Давайте от ми спустимся. Ми, ми, бемоль, ре. Ну, поем. Ну. Отлично. Вниз. Ди. Ди. Вот это была фа малая октава. Не надо, не надо больше. Ты понимаешь? Но ты же спела. Да. Ты спела. Ты спела. Уже, да. Спела. Целая квинта у тебя, диапазон расширился в нижнем регистре. Еще раз, а теперь сделай посочнее все-таки. Обопри и окрась эти ноточки. Еще три шага сделай. Ми, ми, би, муле, ре. Еще разочек. И дальше перейдем к пению. Ди. Последнюю раскачай нотку. Ди. Хорошо. Ну это уже криминал для тебя. Ну молодец. Ну молодец. Все равно молодец. Спасибо, Владимир. Ну не пела же эти ноты. Молодец. Умничка. Умничка. Причем делаешь ты все это так, как тебе нужно. Как тебе нужно, чтобы спеть. Чтобы спеть. Итак, давайте сейчас вот это место сразу же. Ты вообще пела сегодня еще? Уже? В смысле, еще? Ты сегодня пела? Считай, что нет. Еще раз петься нужно? Ну, я не знаю. Давай вверх распоем? Давайте. Давайте по октавам пройдемся. От до. До. Поем. До. Поем. Раз, два, три и... Раз и два и три и ду-у-у-у. Включает и диафрагму, и связки будет твои, хотя времени уже 5 часов вечера. Еще разочек. Раз, и два, и три, и... Акцент! Спасибо, ты снимаешь первую. Ду. Все, но ты должна здесь уже, как бы понимаешь, уже
ощущать, чувствовать уже вот эту почву, свою регистровую, должна уже знать. Еще разочек. Точно, должна знать, спасибо. Раз и два. Еще.
О! Это октава, это до и до. Первый, спой. Ду, встань на грудь. Вот здесь как раз, понимаешь? Вот это переходная твоя нота. Здесь ты не споешь ее без зевка. Ты остаешься на приподнятой гортани, ты же должна ее-то регулировать, вверху ты ее приподнимаешь, садясь хорошо на опору. А когда ты спускаешься, ты уже должна зевнуть. Понимаешь? Поэтому здесь и получается у нас несостыковки. Но все равно молодец. Распелась. Были хорошие же какие ноты. Сама-то слышишь себе? Иногда. Вот нужна просто стабильность. Давай в микрофончик попоем сейчас именно это место. Какое? С импровизацией, и вот твои вот эти переходы, они мне совсем не понравились на записи. С октавы вверх, когда ты спускаешься вниз, то, что вот сейчас работали, очень близкий контакт с микрофончиком, хорошая атака на пиано, когда идет субито.